Так, всем привет. Hollow Knight, часть третья. Часть... Стримов третья. По Hollow Knight. Сегодня у нас 3 января 2024 года. 11:04. Я немножечко разболелся. Хотя вчера у меня было от горла. Сегодня просто немножечко... Шло в другое, но... Ой, не та кнопочка. Сейчас я вам покажусь. Вот. Да. Привет. Ну. Что? Я тут думаю, Hollow Knight'у надо примерно так же, как... Hollow Knight'у, наверное, будем давать время, как Эликсу. То есть я, наверное, считая этот стрим, попробую еще стрима 3 провести. Если совсем будет скучно, ну я дропну. Он становится интересным, наконец-то, в некоторых местах, но... Ну тут, как бы это сказать, Ансел королева. Слишком скучная локация. Здесь совершенно никакущий для меня, но... Давайте просто выскажусь, чтобы сразу, почему я так говорю, почему мне скучно. Здесь абсолютно для меня скучнейший левел дизайн. Абсолютно. Ты бежишь один коридор. Он разделяется на 3 коридора. В этих 3 коридорах почти одинаковые мобы. Потом эти коридоры соединяются. Грубо говоря. И... Нет никакой разницы буквально в сражении с ними. Или как-то не в сражении с ними, а какого-то челленджа. Ты просто там либо аккуратно бьешь... И отбегаешь, бьешь, отбегаешь, бьешь, отбегаешь. Либо просто за одну. А, да, ну все нормально, да. Ну, короче, как-то... Ауч. Я вот еще не знаю, ну, кто решил из создателей, вот, что прикольно. Блин, где это было? Вот если ты заваливаешь какой-то платформинг, игра не отнимает у тебя хп. Посмотрим. Так, у меня не умер там чат, а то я перезапускался. Проверим. Вот. Ага. Город слез, деревня Богомолов вниз.
Вообще, деревню богомолов наверх куда-то можно сходить. Давайте сходим, посмотрим, как. Наверх сперва. Интересно посмотреть, что там наверху. Я здесь выйду и иду направо, да? Ауч. Вот слишком много я вот пока еще недалеко ушли. Скажу еще просто ш... А, здесь вон как. Угу. Тогда идем в другое место. Мы идем вниз. И слишком много ненужного платформинга. Вори, опять же. Платформинг разных мест, он различался как-то. Ой, блин. Спускаемся вниз. Да. И пропадающий туман. Ух. Извините. Так. Деревня богомолов еще ниже. К слову, здесь вот налево, если идти, еще есть. Что-то видите вниз? Может быть, сюда сходим сперва тогда? Потому что у деревни богомолов, возможно, это выход. Да, я здесь запрыгнуть так не мог. Ладно. Я сюда не заходил, потому что у меня ползания по этим не было, по стенам. Вот. Блин.
Блин, мне почему-то показалось, что здесь земля. Ну ладно. На заднем плане же что-то есть. Это уже интересно. Понимаем это благословение, учит твое проходит сквозь нас, тепло твое наполняет нас. Холл у нас заново рожден, един в образе твоем. О. Музыка, кстати, куда-то пропала. Где музыка-то? Ух, ё. Какое неприятное место. Ох, где он упал. Здесь все получается.
Нет, есть тут еще супер верхний этаж. Я не люблю всю эту жучиную историю. Еще по стенкам лазит. Да и... А, и вот... Блин, не, вот, знаете, игра была бы в 100 раз для меня круче, если бы платформинг не... Споровый гриб. Если бы платформинг не отнимал здесь жизни бы. Какая фигня, господи. Вот почему-то иногда он регистрирует. А, то, что ты зажимаешь вниз, а иногда не регистрирует. Почему? Ну, извините. Привет, Драконастер. Вот, вот опять. Я вниз держу, он вперед почему-то бьет. Ладно, так. Как мы идем вниз-то? Обратно падаем, наверное. Так, мы поднимались через левую сторону. Давайте тогда через справа сходим. Куда-нибудь. Этого места у меня мурашки, такие злобные твари повсюду, а вокруг один лишь темный запутанный лабиринт. Если думаешь, что силёнок не хватит, совет скорее покинь это место. Но если чувствуешь, что сдюжишь, не хочешь ли прикупить мою карту? А чё? Разные места, да? Налево. Так, а это что сейчас было? Вот, вот. Почему иногда оно как будто начинает бить стенку, звук раздается? Это что, баг какой-то у них тут?
Вот опять. Что-то как будто... Возможно, на заднем фоне что-то разбивается, но нифига ж не видно. Вот и нафига это надо? Типа, откроется потом? Вот опять что-то на заднем фоне разбилось. Такое ощущение, что это стена. Ой, блин. В чем смысл вот этого лабиринства? Там сверху была... Бедное гнездо. Грибные пустоши. А, ну и правда. Только тут не показывается, что налево что-то... А, в деревне Богомолов, возможно. Из деревни Богомолов туда. Проход. Еще куда идем? Почему я сейчас дэшнулся в какую-то совершенно непонятную сторону? Это обратно. Угу. Ни хрена не видно. Блин. Великолепно. Почти нифига его не было видно. Я увидел его только в последний момент дэша. Это ладно. Это, как говорится, поспешишь, людей не смешишь. Не отражается. Мама.
тебя вижу, я тебя спасу, но потом. А я тебя не спасу сейчас. Угу. О. Я понял. Там за... Я пробиваю стену из-за этого. Там что-то за стеной разрушается. Тоже создатели Hollow Knight, неужели вы думаете, что это приятно слушать просто все время, что вы находитесь на этом экране? Притом на репите каждые секунд. Ну, 7-8. Ретромолок. Это уже нарратив, хоть так оно работает в игре куда больше... Более серьезных проблем, чем это. Привет, Ромалоки. Да я что-то, я говорю, я вот в начале стрима сказал, если игра меня не зацепит за стрима еще так 2, не считая этого, то я ее скорее дропну. Ну, мне чудовищно здесь не нравится левел дизайн с точки зрения именно геймдизайна. Конечно, все там красиво как-то выглядит, мрачняк. Жучиный Dark Souls, вот это все, но... Блин, давайте разветвлять коридор на 3 коридора, в которых будут одинаковые почти враги, потом их объединять, притом будет враг, потом длинный-длинный коридор без платформинга, длинный-длинный коридор без платформинга и соединение. Тебе пояснит, за что... За что он мне пояснит? Зато как Hollow Knight любить нужно. Не знаю, для меня самая прекрасная метроидвания, так скажем, полуклассическая какая-то, может, наверное, классическая, это Ламулана. Вот. Ну... Можно, наверное, классическое назвать. Самая прекрасная аркадная метроидвания — это Ори, однозначно. А что я еще играл? Всякие шанте? Шанте? Они же... Я только последнюю часть не проходил.
она тоже плюс-минус приятненькая. Но... там скорее... последние ты части метроидваниями ты не назовешь, там просто уровни, по которым идешь вперед. И, возможно, ответвление, и ты можешь возвращаться на эти уровни, находя новые тупички с помощью новых способностей. Тоже довольно-таки неплохо, но это не метроидвания. Не, не все метроидвания. Но я говорю, просто какие-то классические. Это там, где надо облизывать стены. Это там, где прям тяжелые такие загадочки, которые надо решать. Что-то там на заднем фоне. А есть вот аркадные, в которых ты, ну... загадочек нету в целом-то. Ты просто идешь куда-то по коридору у босса, отбиваешь какую-то новую штуку, у тебя открываются разветвления. Никаких загадок почти нет. Больше про приятный сюжет? Да-да-да, не, я говорю уж... приятный сюжет. Ну там такой, да. Загад не сказать, что было много метроидваний. Ну, к слову, Axiom Verge я не допрошел Ромалоки. Потому что она как раз-таки классическая, супер-классическая метроидвания сделанная. А, я мог пойти на концовку, но я прочитал, что у меня будет не true концовка. А для true концовки надо было ходить по локациям, собирать всякие всячности. Которые уже за тяжеленькими загадками. Я одну пушку посмотрел, как достается. Не самую тяжелую, в которой там чуть ли не как гличи выглядит. А просто одну пушку, в которой надо было вычитать что-то на заднем фоне. Что это как-то соотнести. Я такой, боже мой, не, я сейчас к этому не готов. True концовка непонятна. Да, по-моему, там сколько-то процентов надо получить просто. Нет, там же две концовки. Ты набираешь нужный процент или нет? Вот и все, по-моему. Гвоздиком в темноте. Ты почти попал по мне, а если бы попал, то был бы последний твой удар, поверь. Я могучий Зод, великие славы, рыцарь, мое оружие жизни уносящее, покончило бесчисленное количество врагов. С глаз долой или последуешь за ними. Да давай, давай, давай. Блин, почему его нельзя прибить и получить сразу эту пушку? Жизнь уносящей. Эту концовку на ютубе смотрели. Странно. Ну так, Axiom Verge я не допрошел, потому что, блин, хотелось как-то игру. Видел короля. Хотелось игру как-то на хорошую концовку пройти, но у меня что-то силы закончились. Возможно, я к нему вернусь. Axiom Verge неплохо так играется. Ну, я вот вычитал, что на особую концовку надо просто больше 60%, что ли. Я просто это играл уже сколько, года 3 назад. Больше 60% набрать. У меня не хватало что-то типа... мне не хватало, короче. Я потерял, куда идти. И... точнее, есть вот куда идти к боссу. Но там проценты вряд ли бы набрались. Я что-то подзабил немного. Вот это уже интересно. Как мне отсюда выйти-то? Let me out. Было-то.
королевство. Тоже много загадок. Там тоже не ахти. Кстати, вот Гукамели я не проходил. Я начинал такой вне стрима, но... Она такая вот... Ну, под любую же игру нужно особое настроение. И мне тогда под Гукамели просто не было настроения. К сожалению. Как-то же Шанти? Ну... Знаешь, я просто вот классическое, что я подразумеваю под словом классическое, что там загадки будут тяжелые, облизывание стен прям по максимуму, порой даже без подсказок. Собственно, сами Метроиды я вспоминаю, я сам их не проходил, смотрел, как проходят другие. Но там же реально тяжело. В Ори тоже есть штуки за стенами. Но, мое почтение, и в первой, и во второй части большинство этих скрытых стен можно засечь, когда ты приобретаешь способность видеть все, как это, айтемы на карте, скажем так. Не самая лучшая механика. Да, я вот сам ее не люблю. А кому-то нравится Ромалоки эту, ну... Кто-то считает это чуть ли не ключевой фичей Метроидвании. Если нет облизывания стен, то зачем вообще эта Метроидвания нужна? Знаю я таких некоторых людей. Раз-два я обчелся. Не знаю. Я не сильно-то много Метроидвании знаю, если честно. Так, у нас там есть стул. Показывают, что здесь есть стул. Налево, наверх. Тут полно тварей всех видов, грызущих, огненных, кусающих и царапающих. Думала, что с ними поборюсь, но теперь вся спесь сошла, и я чувствую себя такой уставший. Ну что вот, Метроиды Castlevania, Ori Hollow Knight, Шанти, первая часть, по крайней мере, точно, Шанти, Ламулана, Гюкамели, Привет, King of Darkness. Чё ещё? Ну, есть определенно там всякие... Такие более анимешные штуки, их тоже полно. А, я слышу такой момент, когда говорят, ты что в Metroidvania забыл, как играть, каждую стену проверять надо. Смешно это было слышать в отношении Ламулана. Ну, в Ламулану надо проверять каждую стену. А, но... Метроид Ламулана тема классна, что буквально на каждую скрытую такую стену есть табличка, которая говорит тебе, а вот где-то там, вот в такой-то комнате, вот есть что-то скрытое за стеной, там, загадочка. Гавани это отдельный метро. Вот форс немалых монет, но не более. Пройдешь? Ну да, да, там есть такие это. Но там все-таки облизывание некоторых вещей есть. Но. Точнее, можно облизывать стены. Блин. Окей. Блин, мне даже интересно стало стоять.
Пройдусь по библиотеке Стима. Что у меня еще из такого метроидванистого есть? Ай. А если вот типа зайти на Hollow Knight, допустим, в принципе, магазине. Метроидвания. Ух, ёлопала. Что-то громко-то. Метроидвания. Мальчик-монстр и проклятое королевство. Ну, это последнее все показывает. Эрион. Ну да, сейчас вагонами прямо. Кухикатор. Да, у меня мало, короче. Мало метроидваний в библиотеке, скорее всего. Я не играл, там все повесточная хрень. Вроде. Ну, я сейчас на повесточную хрень. Как бы это сказать? Блин. Ну, ладно. Как-то я могу ее отодвигать относительно, ну ту, по крайней мере, которую видел. Тот же самый четвертый сезон Sex Education. Но там уже было на грани, если честно. Прям на супер грани для меня. Я играл Monster Boy, который в Steam появился первый. Я не помню, как он называется. Он... Я думал, что это метроидвания, но это не метроидвания вообще. Там есть что-то типа локации хаба. У тебя есть проход в одну сторону. В одну сторону. И ты идешь. Длинный-длинный коридор. Там буквально... Там наверх, вниз. Идешь. И в конце находится босс, ты его побеждаешь. И у тебя появляется какая-то фича. Ты становишься там другим монстром. Вроде что-то такое. Возвращаешься в хаб. Из-за того, что ты теперь с новой способностью, ты можешь пройти в другой коридор. И опять идешь из этого хаба в другую сторону. Далеко. Блин, надо, короче, купить фонарь. Анепик, точно, Анепик. И как она называется-то? Ghost 1.0. Блин, Ghost бы пройти. Она такая короткая, но такая приятненькая была. Я не знаю, почему она мне понравилась. Мамадоры, я не помнил, но забыл, как называется. Анепик, да, метроидвания. Тут не пройти, да? Так, а чё это за... Давайте спустимся, что-то туда не очень хочу сейчас идти. Неисправный трамвай там все-таки есть? Смотри, такая водная в ГОСТ. А я не помню, Димастер. Я Димастер не играл, но вот я сразу по выходу, мне потому что Анепик тогда понравился очень сильно. Я от этого автора следующую игру, можно сказать, ждал. Не скажу, что это прям, ну... Там... Как бы это сказать? Это специфичное метроидвания, немножечко специфичное. Она зайдет не каждому любителю метроидваний.
Она довольно-таки простая, к тому же. Но просто сюжетец приятный. Мега приятный сюжетец. Мне понравился, хоть и на простой, но прям ух. Приятные отсылочки. Ладно. Кто мне объяснит, зачем вот это было сделано сейчас? Вот и этим здесь игра как бы... То есть я падаю вниз. Справа сразу же есть рычаг, слева дверь. Активируешь рычаг, дверь открывается. Вопрос, а зачем? Зачем? Зачем нужен этот проход вправо? Ты падаешь, просто идешь налево. Или там что-то наверху еще открывается? От этого, ну, я что-то не видел там. Ладно, может, я рано еще наезжаю. Это очень странная фигня. Голубая фигня, значит, рядом где-то будет босс, да? Нарративный дизайн, вход через дверь в здание. Дверь открытая на заднем фоне. Это какой-то нарратив слишком не из... Не надо в геймплей вводить нарратив. Он слишком простецкий. Это что-то... А почему она вообще закрыта? В чем нарратив этого? Вход в здание. Какое чувство должно подарить это игроку? Да, и все потратил, конечно. Реально, здесь походу вся боевка это Скрудж Макдак. Это утиные истории с Снеса. Просто бьешь вниз и вот так скачешь. Прекрасно же. Чувство дарить игроку. Мне просто... Не пускайте, ты теперь обрек нас всех на смерть. Don't dead. Don't dead open inside. Так, что у меня появилось-то там? Что я нашел только что? Я пропустил. Заболтался и пропустил. Общие эмоции. Не знаю.
Автор где-то упустил меня, и я не понимаю этого нарратива, видимо. Не, если там синяя фигня, то значит где-то здесь должен быть босс, не? Ну и возможно он позже появится, фиг его знает. Неофициальный амбассадор. Не, я, наверное, официальный анти-амбассадор этой игры буду. Что я здесь взял? Это все у меня было вроде. Я проездной здесь, да, взял? Я чуть не помню, что у меня проездной до этого был. Столько по личному разрешению короля. Ну, я, наверное, представляю теперь, где это... заиспользовать. Окей. Притом, ладно бы я еще понял нарратив, если бы вот это вроде как тоже трамвай под землей. И ты заходишь, то есть вот же здесь был бы рычаг. И такой типа как бы рычаг, открывая заднюю дверь вот этого трамвая. Прикольно. Но ты заходишь в часть пещеры, где этот рычаг, и почему-то дверь открывается утром. Я, видимо, слишком много логики ищу. Фух. Так, куда мы тогда идем? Что-то здесь есть слева, да? Ну, здесь, по-моему, темно, как у черта на куличиках, да? Да. Мне надо бы вообще в город вернуться. Для кого там вообще... В грибные пустоши давайте вернемся, но через вот это вот... сторону. Да, да. Ты подумал, что здесь мне ничего не ждет, и мне реально здесь походу ничего не ждет, да? Вероятно, все-таки из грибных пустошей сюда надо идти. Да, здесь вообще ничего как будто нету.
Господи, как я не люблю таких... таких жучил. Здесь же ничего нету. Нет, ничего. Да, мы падали. Короче, попробуем вернуться в хаб. Найти где-нибудь, попробует светильник. Я помню, что он где-то продавался, но где именно, не помню. Вас что так нарылось-то тут? Алло? Так. Вокзал королевы и еще куда-то туда, да? Aquatic Adventure of a Lost Human. Чистый пророк. Ой, блин. Да. Деревня Богомолов, город слез, забытый перепутье. Что, в деревню Богомолов попробуем сходить? Я что-то все отвлекаюсь и отвлекаюсь. Вон там еще, кстати, да. Интересно, какой-то проходец. Вау. Я не ожидал, что приземлюсь на твердую землю. Не, здесь только падать. Значит, позже. В деревню Богомо... Блин. Сейчас спустимся в деревню Богомолов. А вот здесь я уже как бы не был.
Я, кстати, начинаю догадываться, зачем там была эта дверь. Там же еще проход сверху есть, вроде как, да? Ань. Или нет? Там проход сверху есть. И типа, чтобы ты, когда прошел через верх вниз вот эту трамваю, ты бы с другой стороны зашел, и дверь вот была бы закрыта. И тебе надо было бы именно пойти на вот этот свет и упасть там. Это же гайд такой. Ой, блин. С другой стороны, все равно зачем? Вот тебе надо именно провалиться внутрь этого трамвая. Мы сделаем в него еще несколько ходов. Так. Блин. Ух ты, ёж-моёж. Забыл, как против них сражаться. Да уж. Это я же здесь с ними сражался еще со старым этим. Гвоздем. Здрасте. Бросить вызов? Кика! Я не хочу бросать вызов. Давайте, ладно. Лорды богомолов. Угу, великолепно. То есть... Да почему ж ты... здесь управление, я не знаю. Я погиб так далеко, кошмар. Ладно, нормально. Я хотел проверить, можно ли от этого чекрама отбиться, но каждый раз, когда я прыгаю... Игра почему-то, ну, в упор не хочет регистрировать иногда то, что ты бьешь вниз. Учишь бить вниз. Ты зажимаешь вниз, и игра такая, ну, не, извините. Это запретные техники вы какие-то хотите использовать. Ой. Винксьют техники. Может, да не надо. Не, конечно, самое страшное в платформерах это вот всегда это управление. Если оно никакое, это прям. Пиши пропало. Да японский городовой, а?
Я ж сюда, туда, да. Хотел попасть наверх, нашел боссов. Великолепно. Это моё... Это мои концентрации. Словечко. Сейчас пытаюсь вспомнить, какая была игра вот с самым таким отвратительным управлением. Вот прям, ну вообще ни в какие ворота не лезет. А тут же все нормально, вот так можно. Ну, из РПГшек это, наверное, надо отдать должное готике. Готика играм. Хотя не, ну, не-не-не-не-не-не-не. Готики, вот, ну, если... В Эликсе все равно свободнее все сейчас. Первым, хоть и полно всяких проблем, но... Блин, вот... Надо подумать, какой игре можно было бы дать самое отвратительное управление. Да ёлы-палы, как ты дотянулся-то? Кошмар. Еще хиляюсь, блин, возле взрыва. Какой молодец. Я вообще бегу. Бегу туда, но мне бы... Да, наверное, на вокзал схожу. Сижу там. Сюда же на вокзал, да? Да. Ох, тоже ищешь вкусности, да? Я тут набрала на примечательные маленькие грибки, что растут над нами. Растут только на этом вокзале, и на вкус просто божественные. НПЦ, наверняка к ним можно ходить со всяким там... Почему я к ней не заходил? Или к нему? Как я в Гризмут съезжу? А, да, у меня нету этого. Святомуши фонарь. 1800? Какой кошмар. Сейчас здесь посмотрим. Папа надо.
Булавка трамвай. Купим. Что теперь? И возвращаемся. Идем опять к этим боссам. Выигрываем их, получаем какую-нибудь фичу, я надеюсь. Ну, здесь спускаюсь. Здесь иду направо. Меня просто удивляет, какой любовью... Брови тоже любит Hollow Knight, но при этом он жалуется, что, видите ли, в Jedi Knight втором все слишком запутано, однотипные серые коридоры. Здесь немногим лучше, честно. Сюда что-то немножечко пропустил, да. Брови колосса нравятся, ну колоссы. Не знаю, они какие-то геймплейно-линейные. Вот из того, что я видел. Я думаю, они бы мне тоже понравились, но с точки зрения... Игра, так скажем, на один раз по ощущениям просто проехаться как аттракцион и все. Это ж... Из таких концептуальных игр, в которых игр-то... Игры-то меньше, чем просто, как бы это сказать, визуальной составляющей. Нравится, нравится. Ну, ему просто это нравится. А все, у меня full HP. Фиг ты меня теперь это будешь на... Ай. Ай. Да я ж нажимаю на прыжок-то, ну. Так, понятно. Thank you.
капец. Что творится? А можно без затемнения экрана? Лютейшего просто. Блин, хватит. Хватит. Победите лордов богомолов. Стоп, а мне там ничего не должны были выдать, они, не? Просто проходи дальше. Ну, спасибо, тут еще как будто проход вниз. Какой-то. Глубинное гнездо. А, сюда после... Блин. А чё здесь-то? Да японский городовой, я опять здесь. Сейчас еще и так набекренимся. Мне же здесь было темно, да? Как у черта на... Так, мне надо вернуться, однозначно. Если что-то быстро не найду. А, так это я... Боже. Окей. Зачем нужно... Зачем там еще спрыгивание? Че здесь спрыгивать? Не догадываюсь, зачем, окей. Догадываюсь. Хотя нет, не догадываюсь. А толк от того, что я их победил? Ничего не открыло. А, это не проход вниз. Просто, видимо, стены. Где поднимаются. Моя не понимать.
Хорошо. Вот из грибных пустошей. Вот этот проход. Есть, который там наверх ведет. В который я не могу зайти. Возможно, через оттуда. Тоже из таких игр мне вот нравится Hellblade Senua's Sacrifice. Она примерно как в каком-то смысле как Колосса. Геймплея нет, но вы держитесь. Справедливости ради, такие игры обычно очень короткие. Нет, я еще не вниз. Угу. Ну вот и я открылся проход. Привет, ты Chicken Family. Что мы так-то делаем? Мы бежим до... До чего мы бежим? До скамейки? Я не понимаю. Мне эти боссы просто открыли путь к бесполезным... А чё за проход там направо? Он сейчас ровно по экрану. Интересно, что там? Туда, что ли, вернуться? Здесь внизу надо, короче, пометки делать. Их успешно не делаю. Да ёлы-палы. Здесь тьма тьмущая. Отвратительно. Сейчас так и погибну, блин.
Так, верните меня обратно, пожалуйста. Я не хочу в эту темноте еще идти. Можно еще там упасть. Ой, фиг пойми, куда идти. Ладно. На той метроидвания. Только я думал, что босса, ну реально, в чем смысл был? Может, какой-то смысл и был? Но я его не увидел. Скамейка восстанавливает, кстати, хп, не? Что я не смотрел. Да, восстанавливает. На фонарик могу скоро купить. Что мы делаем-то тогда? Поднимаемся, наверное. Блин, серьезно. Блин, здесь через право выходить. И повыше. Кошмар, сколько здесь надо расстояние преодолевать, чтобы наверх подняться. Это прям... Извините, ой. А, там у нас, да. Блин, вот... Ну, пометит, что ли, как-то. Трамвайный вокзал. Вон, трамвайный вокзал есть. Метки. Не, давайте вот так вот. Или даже не так, а вот синенькие. Зачем еще ограничивать количество меток? Горячий ключ. Ступая направо, почему туда не дошел? Когда упал? Потому что ты сначала вроде даже направо пошел. Блин, зачем свернул?
Блин, я вообще не представляю, куда идти. Зачем идти? Сюда я не дойду. Сюда незачем. Можно в туманном каньоне побегать. Я там погиб. И просто пошел как-то через другую сторону сюда дошел. А, не, я на вокзал тогда вышел. Давайте, наверное, в туманную луку пойдем. Ну, блин. У меня скоро фонарик будет. Случайно нажал. Ой, что я сижу так невероятно плохо. Так, надо посидеть на лавочке. Я, наверное, до лавочки схожу. Вот здесь. О, хорошая перемычка между картами. Фигня там слева. Здрасте. Привет, Крох, я только хотела закрываться, а тут и ты у порога. Я могу предложить тебе банковские услуги, если интересно. Ужасно, пора потерять все заработанные гео. Это дело не трудно, если все носишь с собой. Мне в хранилище гораздо безопаснее. Я работаю банкиром уже много лет и ни одного гео не потерял. Ну как, хочешь открыть счет? Ну, давайте. Возможность, видимо. Ну, решение теперь, когда тебе настигнет какой-нибудь злобный зверь, ты порадуешься с помощью твоего гео в целости и сохранности в моем панцире М-хранилище. Теперь самое время положить гео на счет. Мой баланс 4. Пока, береги себя. Наверняка наверху откроется еще. Блин, я и забыл, как это резко тут происходит. Да вот ты... Серьезно. Я пробовал их отбивать, но... Не получается. Сейчас, наверное, единственная нормальная тактика против них — это тактика избегания. Вау. Ну кто же знал, что он даже в другую сторону, не в которую я нажимал. Он из-за того, что ты зацепился туда. Поехал, полетел.
Карты здесь нету, я не знаю. Я не помню, где здесь был, где нет. Куда я выходил? Да... Здесь я, помнится, был. Что-то... Нет, там ничего нету. Нежданно-негаданно. Уже похоже на другую локацию. Где я, блин? Заросший курган. Я же взял просто. Блин, да. Растерял. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что здесь персонаж просто отталкивается при ударах. Ну, это не проблема игры, в принципе, это проблема общего восприятия. Воющие духи поглощено. Быстро нажимайте Б, удерживая вверх, чтобы выпустить дух. Кстати, тушь, удар по врагам восполняет нож. Как бы это... А? Все? Не будет, да, там... Не, я уже его видел, но... Тратить на это... Амулетную часть что-то не очень хочется. И все. Мне дали мега полезную способность, да? Не, ну ее можно будет применить, я уверен. С теми же богомолами можно было сейчас применять, но... Смотрю, что она прям мега хорошо дамажит. И я уже не помню, откуда я пришел. Откуда-то справа, по-моему. Не пускает. Сталкивание. Но это только от врагов же, да? Не, ну... Типа здесь некоторые места... Хотя я не знаю, здесь есть такие места, в которые платформинг заключается в том, что ты еще должен от врагов отталкиваться.
Там что-то есть. Где же здесь картограф? Ладно, вернемся. Амулет на то, чтобы отталкиваться от врагов. Блин, успел. Ну, ладно. Ауч. Что это вообще за череда событий была? Дикая. Ну, я представляю, что случилось у меня, потому что ответка сейчас есть. Не, вообще, да, возможно, ты прав. Потому что... Японский городовой. Я даже вот от стены вот так вот отталкиваюсь, лол. Там нет никакой типа с... А, я не так нажал. Я сомневаюсь очень сильно. Да ел упала, надо вверх зажимать, окей. Пойдем отсюда. Давайте упрячем картографа за предель земель. Странно. Слушайте, я ведь туда могу сходить, по-моему, сейчас. Я не умел по стенам бегать, а там сейчас именно по стенам пробежаться. Так, нет. Да. Ты куда в шипы какие-то уходишь? Ей.
очень интересный шорткат. Только односторонний, окей. То были наши земли, но бледное существо взяло себе пещеру дальше. Хоть кажется оно великодушным, но наши грез оно не знает. Держись подальше от этих мест. Бла-бла-бла. И чё, и вот это все, что мне продолжило, да? Господи, очень классно. Что? Ненужных существ что-то. Хватило всего 2 часа. Голова еще разболелась, но это от болезни. И какая-то традиция реально. Я сейчас в Новый год обычно болею. Чем не болею. Больше болею, чем не болею. Мне, кстати, есть абсолютно отвратительнейшее заявление. Я хочу поздравить разработчиков Evernote с убийством своего продукта. Они такие, ну, мы будем предлагать людям наше приложение для заметок. Во. Вы сможете там делать свои заметки, создавать блокноты, чтобы делать заметки. Вот. Это в свободном доступе. А за плюсы будут всякие финтиклюшки полезные и бесполезные. Ну, смотрите сами. Окей. Я даже подписку имел какое-то время, но потом решил отказаться, потому что мне там функции не особо нужны были. В итоге, что они сделали? Из-за того, что у меня была подписка, у меня было полно блокнотов. Они такие, у вас нет подписки. А сейчас в свободном доступе вы можете иметь только один блокнот. Мне сейчас надо будет переносить куда-то все свои записи, а их просто вагонами там. А по редактированию я не знаю ничего лучше. Evernote. Надо поискать. Там есть таблички, там есть маркировка текста, списки. Давайте туда сходим еще раз. Вот это место мне дичайше нравится в кавычках. Здесь абсолютно такой же коридор сверху. Абсолютно такой же коридор.
Зачем? Вот тут просто... Такое ощущение, что некоторые вещи в левел-дизайне делают только для того, чтобы игра казалась больше. Она и кажется больше, но... Она не предлагает ничего взамен. Так, надо бы подняться, наверное. Сохраниться здесь. Не, я убил, конечно, богомолов, но что это мне дало? Я вообще не понимаю, вот, типа, я их хожу, брожу. Этих богомолов для чего-то хоть убивать надо было? Думается мне, что да, но... Можно было показать хотя бы, не? Да серьезно, что ли? Почему второй раз-то ты в воздухе это не делаешь? Ты же умеешь. Нет, не умеешь. То есть это... Стоять. Двигаться быстрее. Только что можно отказываться, так понимаю. Из-за чего-то более веселого. Но здесь я никак не... Здесь заперто. Сверху там еще, кстати говоря, очень плохо было. Что-то, если честно, у меня голова болит. Я пойду сохранюсь и из холла это выйду на сегодня. Куда-то... Не туда еще зашел, да? Почему здесь не открыто? Так я здесь бегу еще. Давайте посмотрим. Ладно, да. Сейчас дайте сообразить. Вечером, возможно, Little Company. Если мне голова пройдет. Я думал, сейчас я немного Hollow Knight поиграю. Давайте еще потерплю чуть-чуть. Я хочу посмотреть, что там. Добегу хотя бы. Почему мне там не открыто-то? Вечером Little Company, возможно. О, боже. Я, видимо, здесь вообще не спускался. Ой. Ну, это 1800, кстати, гео.
Пардон, что сейчас это было? Тогда вопрос. Смотрите, вот этот столбик и справа, где вторая скамейка, столбик, да? Нафига эти два пути? Они абсолютно идентичны друг другу в левел-дизайнерском смысле. Тут даже не какие-то особенные враги. Вот не надо в том карте, в этом столбике вокзал рогачей нету, а здесь есть вход. Этот вокзал рогачей просто вот к этому к локации выше присоединяется и все. Я чего-то не понимаю, видимо, в левел-дизайне. То есть критиковать то, чего я не понимаю. Ну просто зачем? Здесь так полно вот этих пустых мест, копирующих друг друга. Это кошмар. Да, давайте я сейчас закончу. Потому что я что-то... Иначе я вообще вечером никакой буду. БГ пока не будет. Вот. Завтра, послезавтра не будет Кощея, по-моему. Сейчас посмотрю. Точно. Четвертого и пятого не будет. Окей. Посмотрим. Ладно, ну я говорю, я дам Лунайту, вот, кроме этого, еще два стрима. Если я также буду бродить, не понимая, что происходит, я просто дропну. Не дело в том, что игра супер плохая, она меня на какие-то плохие эмоции даже не выводит, а вот только из-за левел-дизайна бешусь. А в другом, ну, чего-то сверхразрушающего нет, но мне ужасно скучно. Ладно, давайте я пойду отдыхать. Возможно, Фу сейчас поднимет. Вот. Фу Агна. Он поднимет Томе, скорее всего. Возможно, и не сейчас. Посмотрим и спрошу у него. Ладно. Вечером, возможно, Little Company. Ну и будем пока пытаться продолжать Hollow Knight. Днями. Если будет время, если будет чуть позже, то... Ну ладно, окей. Я надеюсь, что я здоровиться наберу все-таки. Вчера прям вообще было плоховато. Сегодня получше. Вот.
Ну, если не Hollow Knight, то я посмотрю, что поиграть. Вот. Игр на прохождениями вагоны. Тот же самый Dragon Age. Допустим. Не знаю. Давайте всем пока-пока, увидимся.